Я очень рада приветствовать вас сегодня на втором чемпионате «Город набережной Челны» по роллерной технике. И это тем более приятно, что мы встречаем здесь и наших старых друзей, то есть участников прошлого чемпионата, прошлогоднего чемпионата. И проходит наш чемпионат в преддверии очень больших событий в Республике Татарстан и в России в целом. Потому что в этом году в России принимает международный чемпионат по робототехнике, который состоится в ноябре месяце в городе Москве.